Ребята, ой, извините, все уронила. Ребята, там такой прикол творится, я вам сейчас покажу. Там, ай, извините, там это, дом типа ремонтируют. Это так, сейчас я переверну. Смотрите, балконы, вот эти некрасивые балконы, обшивают чем-то красивым. И там как паучки висят дяденьки, зависшие, классно? Сейчас как-то наведу. Вот. Один дяденька бегает по крыше. Ну, пареньки, наверное, они молодые. Вот интересно, да, это скалолазы, наверное. Вот ребята-специалисты, да, то есть как бы и скалолазы не знают. И вот это вот ремонтная работа, это же как бы разные виды деятельности. Ух ты, так интересно. Он сбросил веревочку. Вон, видите, там паренек стоит на крыше тоже. Он прицепляет, сейчас посмотрим. Прицепляет к ним лист, к этим веревочкам. Нет, они, видимо, пока крепят. А ведра зачем? Они неужели клеят? Слушайте, ой, как красиво. Вот смотрите, там дом вот этот облезлый, да? А дом уже отремонтированный. Вроде бы ничего особенного, когда просто вот видишь, да, ведь он сделанный. Но когда видишь, как было и как стало, по-моему, это круто. То есть, ну, вообще просто мне очень нравится, когда что-то улучшается. Мы, кстати, сейчас в городе Кирове, вот это у нас город, как бы день ото дня краше. То есть в прошлом году у нас дороги отремонтировали, в прошлом году начали делать тротуары в виде такой плиточки на песок выкладывают. И, по-моему, тоже очень хорошо, потому что она даже если немножко идет волнами, то не сильно. И обычно на ней луж нет, потому что все втягивается. Ну, в смысле, все это в песочек. Вот. И сейчас, смотрите, вот этот ремонт балконов, это так здорово. Я хочу подождать, чтобы он листик прицепил и утянул. Ну, может, это, конечно, редко бывает. Может, они не часто цепляют. А вот, ребята, я представила, человек сидит у себя дома, никого не трогает. Ходит, извиняйте, неглиже, к примеру. Да? А тут выходишь ты на балкон, вернее, выглядываешь, а там 4 мужика висят. 2 головы и 2 ноги. Прикол, да? Вот вообще веселуха. Смотрите, сейчас он спускается. Вот, блин. Но так-то, не знаю, страшно. Ну, у них, наверное, все рассчитано. Вот смотрите, спускается. Тут, видите, еще как-то надо лапами, ногами не попасть по стеклу. Чтобы это, чтобы не разбить чужое стекло. Вот что они делают? Оно жужжит. Они тогда чего, прикручивают его, приваривают. А ведра-то у них зачем? А, в ведрах знаете, что может быть? В ведрах. Вот смотрите, он что-то достает. Сейчас я посмотрю, что он достает. А не видела. Ну, наверное, что-то типа шурупчика как раз и достает. Как паук. Вот смотрите, этот средненький, который выше и в серединке. Он как паук это ногами цеплялся за окно, за стекло. И прикручивал там, чего ему надо. Ой, как интересно. Прикольненько. Только если покрупнее вот сейчас. Видите, что-то даже друг другу передали. Ага, так. Я, главное, это спряталась в машинке. Меня не видно, я пишу. А то я немножко стесняюсь. Ну, как-то наблюдать за людьми. Они работают, а ты тут глазеешь. Вон это прикручивает. Видите, машинкой. Круто. А те что двое? И вот тут два паучка сидят. Паучковые дяденьки. Ну, в общем, листа мне, похоже, не дождаться. Они долго цепляют. Просто прикольно тянули лист. Ну, все-таки тоже прикольно. Реально, ты выходишь, выглядываешь в окно, у тебя дяденька сидит. А ноги дяденьки болтаются. О, голова дяденьки не прикол, а ноги еще прикольнее. Откуда у человека ноги на каком тут раз, два, три, четыре, пять, на 6-м этаже? Откуда у тебя на 6-м этаже могут быть чужие ноги? Вот реально как паучки. Ладно, листа, наверное, не дождаться. Я тогда это заканчиваю письмо. Выключаюсь. Как вам оно? Приглянулось? Как вам? А мне очень понравилось. Я люблю такие, как бы, наблюдать за какими-то профессиями, в которых я не сведуща, но которые любопытны, да? То есть я вот никогда так, наверное, не заползу
Не залезу на крышу, чтобы там что-то делать. Вот куда-то побежал мальчик-то на крышу. Может, сейчас лист прицепит. О, все, 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 он лист потащил. Я сейчас ключу вам показать. Сейчас. Вот, видите, он тащит лист. Что, помельче сделать? Тащит лист. Сейчас, наверное, прицепит ее на веревочку. Меня как бы удивляет, как они его поднимают вверх. И при этом он не бьет у них другие окна. Вот он там цепляет, не знаю, видно ли на видео. Но они пока колотят, листа не ждут. Так что он может долго прицеплять. Так хорошо он обвязывает, веревочек столько у них там понавешено. Эх, это говорит, самые приятные вещи — наблюдать за огнем, водой и за чужой работой, да ведь? Вот как люди работают. Красота. На ведерках у них что-то типа шурупчиков. Ну, я так по-дамски называю шурупчики, а так, наверное, там что-нибудь другое. Не шурупчики, конечно. Но он листа прицепил. Но, похоже, тащить-то они его пока не собираются. О, он, по-моему, еще, знаете, что с микрофоном. То есть они не просто орут. Хотя, может, мне показалось. Блин, видите, как он качается? То есть его надо спуститься. Он когда спускается, его же как бы начинает раскачивать. И попади ногой в стекло, а стекла нет, считай, да? И он как-то умудряется попасть в рамы, и то не сильно. Они в ботинках? Они, по-моему, в ботинках. А то я думаю, может, босичком? Вот. Ну, в общем, вот такие паучковые парни. Классно! Скалолазание — полезная вещь. Ладно, я выключаюсь, ребята. Не дождаться мне листа. Не дождаться. Листа мне не дождаться, одним словом. Давайте, пока-пока. Интересно посмотрели. Все, хорошего дня.